В рамках регионального единого дня приема граждан будут продолжены встречи с представителями власти и руководителями ведомств. В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» 21 апреля с 9 до 13 часов прием будут проводить члены Политсовета и депутатской фракции в городской думе. Также будут организованы встречи на дополнительных площадках в учреждениях культуры, спорта, административных зданиях. 19 и 20 апреля, значит, в городе пройдет различные дискуссионные площадки, круглые столы, на которых будут обсуждаться федеральные партийные проекты, их реализация. Также будут озвучены проблемы, разработанные предложения по реализации партийных проектов, и предложения будут направлены в окружное отделение партии «Единая Россия». Тема дискуссионных площадок и круглых столов – это новый проект «Новая школа». Это проект «Экология здоровья». Проект касается формирования основ предпринимательской деятельности в среднем и малом бизнесе. Напомним, на Ямале первый региональный день приема граждан единороссами состоялся в прошлом году. Его итоги показали. Такая дополнительная возможность обратиться со своими проблемами к представителям власти гражданам необходима. Так, в 2017-м во время регионального дня приема граждан представители партии приняли 769 обращений, сообщается на официальном сайте регионального отделения «Единой России».